Всем утро доброе. У нас 8, а еще даже намека нет на рассвет. Темнота, как у негра в одном месте, как говорится. Барханы снега, и еще идет снег, заметает. А надо ехать на работу. Вон уже какие барханы у нас тут. Еле очистила. Фу. Гараж надо будет сегодня чистить. Тоже весь замело. Не стала машину ставить вчера. Что-то так себя плохо чувствовала. Сегодня разгребать приходится. Ой. На работу как на праздник. Охота, господи. Щетки надо идти чистить. Караул. Да. Ну, ладно. Более-менее дорогу видно и хорошо. Едем. Ух. Барханы какие. Валила с утра, и Тишкина жизнь. Не с утра, наверное, целую ночь валил. Все. Что-то мужа тут куда-то понесло. Он первый выезжал. А я в другую сторону. Мальчики налево, девочки направо. Ой, гляжу, и тут не чищено. Рядом дома. Город, наверное, тоже не чищенный. Вон кто-то машинку включил, и дом сидит. Греется. Греется, стоит машинка. Капец. Сейчас еще проехать не дадут. Вон кто-то отшкрябывается. Шкрябывается кто-то, вон собачка. Я тут один раз поехала, а мне навстречу баба. Я хотя сама тоже девочка, но я же вижу, я подождала, когда проедут. Потом я... И вот в этом месте, вот прям тут, она навстречу, она даже не пропускает. На этом, на внедорожнике каком-то, высокая машина такая. И мне такая, типа, иди в это, в снег. Я ей головой, не. Она такая, дверь открывает. Ой, сносит прям. Дверь открывает такая. Ну, я дверь тоже открыла. Съедь, типа. Я говорю, здравствуйте. Я говорю, вы на внедорожнике. А я говорю, застрять, чтобы? Нет, говорю, я не поеду. Я говорю, вы же видели, что я ехала уже. Я говорю, вы же могли пропустить. Вот ей пришлось на внедорожнике на этом лезть в этот сугроб. В общем, это полное, вот, ну, это, я считаю, неуважение. Просто неуважение. Я королева. Блин, ну, простите. Иногда корону надо снимать. Хоть ты и девочка. Но как-то правила дорожного как-то надо соблюдать. Ты же видишь, что там одна полоса, и не разъехаться никак. Надо как-то находить компромисс. Тем более, ты видела, я уже ехала, а у тебя было преимущество. Ты могла, ну, прижаться, да, около школы, остановиться, подождать, когда я проеду. Там мне осталось буквально 20-30 метров. Нет, мы поехали на пролом. И такая, типа, иди вот в такой сугроб, иди, едь вот в такой сугроб. Ага, говорю, здрасте. Я говорю, у вас внедорожник, говорю, вот вы и едьте. А сзади ее уже, наверное, 5 машин стоит. И она, значит, сзади нее еще 2 машины с женщинами. Ну, блин, иногда мне хочется сказать, ну,
где ваши мозги? Хотя я как бы тоже должна девочек, да, защищать. Нет, в этом случае нет. Надо снимать корону. Дорогие дамы, автолюбительницы, владельцы, снимайте иногда корону, чтобы не создавать таких вот ситуаций. Ой, в общем, сегодня, конечно, будет очень тяжелый, похожий день для автомобилистов. Как-то совсем не чищен город вообще. Мне кажется, чистят ли у нас тут... Вообще, мне кажется, тут ничего не чистят. Мне кажется, даже не собираются. Где техника? Непонятно. А передавали МЧС еще 2 ли дня такого снегопада будет. Это жесть. Ох. Здесь очень часто аварии случаются. Я не знаю, конечно. Я вот на этом перекрестке раз в неделю 100%, а то и больше. Хоть уже и светофоры эти. Нет, что-то не это самое. Как были, так и есть аварии. Но сейчас не чищено, еще будет хуже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот заносит. Мне так страшно иногда стоять вот впереди. Один раз встала, и это фура какая-то, ну не фура какая-то большая, больше груз. Начал поворачивать. А, это помойка. Начала здесь поворачивать, и у него жопу начала заносить. И я стою. Я думаю, блин, сейчас ты как эта помойка, как сейчас на меня тут свалится. Я, короче, прям вперед туда проехала. И он это, ну, тут выехал. Блин, ну, как-то не очень приятненько. В такой ситуации оказаться. Сколько раз я видела, когда первая машина стоит, сколько их бьются. Именно первые. Ты стоишь, ничего не делаешь, а в тебя, блин, все прилетает тебе. Так, ладно, едем потихоньку на работку. Едем, едем. Вот тут всех заносит машинка. Вчера сзади меня машина такие пируэты выписывала. Еле-еле восстановился. Не знаю, что. Вроде стоишь, начинаешь движение медленно. Почему у него так зад заносило? Туда-сюда, туда-сюда елозил. Наверное, раз так вот, раз 6 его вот так занесло. На большой скорости в поворот вошел. Господи, тут гнать-то особо негде. 20, наверное. Так, вот еще даже рассветом не пахнет, честное слово. Время 20 минут 9 утра, а у нас темнота. Вот они, эти презервативчики, хотела показать. Ну вот, как можно было так украсить? Может, конечно, я извращенка такая, я не знаю. Но вот они висят. Вот они. Вот они. Вот эту красоту повесили. Что это такое? И внизу вот эти пипювки. Ну как-то подобрать их, убрать, я не знаю. Ну что вот это висит? На двух сторонах. Причем это не первый год они тут висят. Рукожопы. Тот, кто вешает гирлянды, это рукожопы. Или нарочно посмеяться. Я не знаю как. Везде мосты красивые, украшены. Вот как-нибудь покажу. Который новый мост. Там идет этот триколор. Белый, Господи, желтый, что у меня? Белый, синий, красный. Такие гирлянды. Белый, синий, красный. А здесь восточный наш мост. Ну, это, конечно, просто жесть. А вот эти вот, вот они накиданы на дерево.
просто так гирляндочки. Не, ну, конечно, молодцы, украшают. Ну, так вот. Накидали, накидали поверх. И все. Смотрится, конечно, как с Хэллоуина. Не празднично. Совсем не празднично. Ну и вот. И вот еще вот на этих, на деревьях тоже понавешали. Так, абы как. Абы как развесили. Я говорю, как Хэллоуин какой-то. Типа тупо праздник. А вот наш любимый Chicken House на елочке сделали. Ну вот, молодцы, хоть они радуют. Хоть они какую-то вносят красоту в город. Елка только вот около ДК. Я видела больше, пока елок вообще не видела. Чтоб елочки где-то поставлены были. А, ну вот сейчас около этого елку поставили. Мне, по-моему, мне кажется, даже еще ее не украсили. Пару дней назад точно украшена не была. О, как летит из-под копыт. Пыль по полю летит. Красили. Два дня назад еще не было в гирляндах, не видела. Ну вот так же ехала, темно же, вроде должно быть как-то красиво. Нет, она просто вся темная стояла. Музей России. Вот сейчас мы как раз мимо поедем в музей. Этого. Опа, успею. О, какой жаркий парень. В одной толстовке. О, молодец. Красота. Маленькие улицы вообще не чисть. От слова вообще. Так, ну вот, даже уже и иллюминация выключена в Музее России. А то он весь горит красиво вот по этим полоскам. Там елочка, ну елочка. Не-а, вот она и так зелененькая стоит. Ничего не украсили, ее не видно потом. Там с той стороны проедем. Так, ну вот сейчас мы повернем здесь. Вот он, вот она, елочка стоит. Ни гирлянд, ни украшений, ничего нету. Просто елка. Просто елочка и все. Ну поставили, наверное, украсит, наверное, попозже, может, маленько. Главное, стоит красивая такая, пушистенькая, не облезлая, нормальная. Очень тяжело ехать, вообще очень, очень-очень тяжело. Кто... маленький стаж у кого, или только-только вот, наверное, я не знаю, как они, конечно, справляются, машина тудем-судем скачет под снегом налить. Папа у меня раньше не любил ездить зимой, практически лето только, ну, ездил на машине, а зимой так вот по вынужденной необходимости, прям вообще, когда припрёт. А так он лучше воспользуется маршрутным транспортным средством, чем поедет на машине вот в такую вот, в такую погоду. Крайней необходимости только куда-то прям вообще вот. Наши эти, кто они, господи, коммунальщики, кто они, дорожники, ждут, когда снег сам рассосется весны, потом почистят эти от песка, от грязи, и все, а галочку поставят, что чистили.
клиенты, надо будет как-то съездить. Надо будет как-то съездить и там посмотреть. Какую-то композицию поставили. Ой, еле едет машина. Господи, колеса буксуют в снегу. Композицию какую-то поставили. Елка там, сиденье какое-то, вокруг какие-то украшения поставили. Так здорово. Но я на фотографии видела. Надо будет съездить воочию и посмотреть, да, ну, заодно посмотреть в ленте, что какие товары к Новому году. Очень-очень интересно. Очень-очень интересно. Здесь на Волоколамском проспекте еще хуже, чем у нас там, если честно. Тут вообще две полосы вместо трех, наверное. Раз, два, да. Три полосы должно быть. Но здесь только две. Тут вообще не чищено, ребят. Караул. Просто караул. Надо зайти, но не знаю, там чищено или не чищено. Мне кажется, ничего не чистят около магазина. Даже не встать, наверное. Не знаю, смогу я запрыгнуть туда. Ой, да, конечно. Как вот сюда заехать, блин, потом, наверное, не выехать отсюда. Хотя вот, блин, в магазинчик бы надо мне зайти, что-то купить. Покушать, что-то купить. Даже вот людям, вот смотрите, магнит, да, вот он магнит. Вообще парковочного места нет, хотя здесь парковка у магазина, здесь парковка. Вот люди в барханах прыгают, раз, два, три, как зайцы, три следа. Повернуть, что ли? Или уж ладно, сегодня ночью. А там тоже ничего не чищено вообще. О, тут вообще негде машину ставить. Все. Я без еды сегодня. Ладно. На чай как-нибудь перебьюсь. Как-нибудь перебьюсь на чай. Хотела хоть творожочек, что ли, купить. Немножко поголодаем, ладно. Немножечко поголодаем. Кушать начинает хотеться, наверное, часа в три вот так уже дня. Прям побольше чая, короче, надо пить тогда. Мы переехали на другой склад. Стало еще хуже, чем было. Я очень к этому... Ну, простите, в туалет-то все равно надо как-то ходить. Там был такой, так себе. Вроде уборщица поменялась, получше стал. Но сейчас это просто... Это просто жесть. Хоть памперс покупай. Для меня это вообще больная тема, но там просто пипец. Так, ладно, подождем, пока все проедут. Да, здесь вот тоже барханы, ничего не чищено. Как-то... О, господи. Ой, ты моя бедная, ревешь-то как, а. Прям с натягом она туда. Так, мы теперь налево. Были направо здесь же, по этой же дорожке. Теперь налево. Ну и, в принципе... Такая же херня, не чищена нигде. Так. Господи. Ой, мальчишки расчистили здесь. Так вот. Все. Слава тебе, Господи, приехали. Опа.
мальчикам спасибо большое. Тропинку прочистили. Ну какую? Чик-чик-чик туда. Наша эстакада. Прочистили дорожку. Молодцы. Ой, господи, боже. Колено болит сильно. Здесь повыметали. Ой, машину-то я не закрыла. Машину не закрыла. Или закрыла. Ага. Закрыла. Тут у нас вело. Всякие колбасы. Даже есть склад «Добро без границ». Здесь волонтерский этот. Ну, привозят сюда, а отсюда, видать, увозят куда-то еще на фронт. Работа. Это работа. Перейди на Федота. Федота на Якова. С Якова на всякого. Как в аквариуме тут. Мальчишки, грузчики. Так, тут мое рабочее место. Ну и в принципе все. Начинаем работать. Начинаем. Мальчишки там уже трудятся. Тут Лена кладовщица сидит. Все, ребята. Рабочий день пошел. Всем пока. Господи, гульки. Гулечки тут. Гуль-гуль-гуль. Гуленьки. Туалет. Без слез не взглянуть. Сейчас попробую открыть. Господи, пока в туалет попадешь, обоссышься 30 раз. Ой, я не знаю, простите за подробности, ай, света нет, что ли, а, есть, но хуже, чем этот туалет, я в жизни не видела. Мало того, что это улица, это холодно, что тут, вообще кошмар какой-то, это просто ужас. Ужас. Страшно об воздух испачкаться. Дырка. Естественная вентиляция. Ой. Вот. Уж если так совсем с подробностями. Сейчас я вот все застелю здесь, чтобы даже не прикасаться. Всего из этого мне нравится вот этот водонагреватель. Я их видела в магазине. Очень классная штучка. Ой. Раз. Конечно, вот это забито не чищено, но хотя бы идет нормальная такая вода теплая. Провода в воде. В общем, как для дачи вариант. Вообще классный. Вот такой вот. Надо мне мужу сказать, вот показать ему, как оно действует. Это холодное. И вот так горячий нагрев идет. На душ можно поставить на, ну, такой. Он, конечно, не будет горячим. Будет такой средний. Ладно, пошла я отсюда. Бррр. Снег, снежок опять. Опять снежок. Добро без границ. Какой снег?
Снег, снежок. Вся машина уже все чистить опять. Красота какая, быстрее бы весна. Ну какие сосуляндры опять висят. Сосуляндры. У нас еще так по-божески тут нет. Чуть-чуть. А тут, конечно, на той стороне прям жирнючие сосуляндры. Засыпает. Там какой снег. Снег идет. Ладно, пошла работать. Ура, ура! Домой, домой. Домой, домой. Снег закончился. Дороги не чищены. Впереди два выходных. Слава Богу. Слава Богу, дожили до пятницы. Кошмар. Сейчас надо как-то втиснуться в этот поток. Ничего не видно, как всегда. Пропустит, не пропустит. Нет, не хочет пропускать. Лед налить. Какая. Господи, боже мой. Еду, в общем, потихоньку домой. Надо зайти мне еще на Валберес. Получить кислородный отбеливатель. Мышку. У меня мышка сломалась на компьютере. Что-то еще надо. В магазин зайти надо. Сегодня нам яички пришли. Поставка. Поставка за десяток 140 рублей, ребят. Поставка яиц. Это на оптовый склад. Напрямую от... У нас идет 140 рублей. Десяток. Мама сегодня у меня купила в Магните или в Пятерочке. Не знаю, куда она ходила. Скорее всего, в Магнит. По 119. Вот это называется сеть. Да, сеть магазинов работают огромными партиями, большими. Соответственно, у них уже как бы контракты заключены там на поставку, допустим, на полугодие какое-то. То есть проплачивают прям огромными суммами, а потом выбирают продукцию потихонечку. Поэтому скупайте сейчас яички в Магните и в Пятерочке. Ищите по акции. Вот закупка уже 140 рублей. Я обалдела. Маме позвонила, говорю, мам, ты была в магазине? Была, говорю, взяла яички, взяла один десяточек. Что-то мне дорого, типа, по 119. Говорю, мама, нам пришли яйца по 140. Я говорю, я тогда их брать не буду. Сейчас с работы заеду куда-нибудь в магазин. Типа Пятерки. И куплю яички. Ладно, еду пока потихоньку. Дорога ужасная. Наденька моя дорогая, твой домик. Нету света в окошке. Нету. Света нету, Надюнечка. В окошках твоих стоит домик. Не-а. Или пятый. На каком ты этаже ты живешь, я уже забыла. Господи, боже мой. Каждый день мимо проезжаю, вспоминаю, Надюнь. Когда же ты в свои родные пенаты приедешь хоть лицезреть тебя нам? Ой, вообще, не чистят. Ой, ребенок упал. Аккуратнее, ребенок.
конечно, это что-то с чем-то. Дорога, что-то с чем-то. Я уже пока ехала, я уже устала. Господи, еще учебка впереди, оперный театр. Ну давай. Трогайся, давай, соблюдай дистанцию. Соблюдаем. Побыстрее никак нельзя. Побыстрее-то никак нельзя. Как вот в этот ряд уйти? Не дай бог, ты еще сюда в этот ряд уйдешь. Как тебя обогнать? Ой, страшно. А, вот и елочка. Хотела показать. Вот видите, горят эти, ну, вот эти иллюминация горит на полосках, и елочка такая вот, сиротливые огонечки. Скромно, скромно, все очень скромно и очень скользко. Прям очень. Здесь уже разделительная полоса из сугроба появилась, которая делит дорогу на два фронта. Уже наездили две колеи, и между ними сугроб. Капец. Дерутся, что ли, или играются молодежь? Резвятся мальчики. Ой. Уже хочется быстрее домой от этой дороги подальше. Вот эту елочку нарядили, которая около суда или что тут, участок судебной приставы, не знаю, кто тут. Вот такая елочка тут у них стоит. Такая тоже скромненькая. Это Дом Союзов, остановка. Это Дом Союзов. Там приставы, вот там. Где тут? Вот тут. Суд или приставы, не знаю. Там чикен. Ой, торговый дом. Или что там? Юской. Ладно, едем дальше. Сейчас на восточке встанем, я больше чем уверена. Сейчас на повороте, на восточный мост будем стоять. Зачем он прям полморды сюда высунул? Вот тут на этом перекрестке, на этом, постоянно аварии. Постоянно. Вроде и машины здесь не мчатся, но постоянно здесь аварии. Причем даже... Однажды насмерть, по-моему, мотоциклисты, что ли, сбили. Где тут не смотрят? Ну, я бы не сказала, что прям сильно загруженный мост. Вчера было больше. Вчера я даже в пробке тут постояла. Сейчас даже так свободненько еду. Мне только единственное, что в левый ряд надо уйти как-то. Где будет побольше, почищено или что... Наезжено. Не хочется через барханы прыгать. Ой, ну эта иллюминация меня прям вообще... Ну как так, а? Я каждый раз еду и каждый раз охреневаю. Им самим-то не стрёмно, блин, украсить так. Так, ну что, мне надо маленько перестраиваться, наверное, начинать уже. Гляжу, там сзади машины тоже уже едут. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот здесь, конечно.
муж загонит машинку. Кто чистил двор-то? Барханы. О, какие барханы. Мама чистила двор. Дим. Чего? Мама двор чистила. Я лопату делал. Какую? Троих можно ее сбегать. О, какие барханы начищены. Это вот сегодня за ночь столько снега. Вон навалило. Ну какие барханы вычищены. Обалдеть. Прям до подоконника. Ну ладно, зато природе хорошо. Хорошо природе, что снежка много. Все, мы приехали домой, пошли. В Валберес зашли. Домой отдыхать. Уже ночь темная. Ты что там прячешься, дочка? Прячется. Ладненько, пошли домой кушать уже все. Пошли. Погодка хорошая, но снега до хрена. Все, всем пока.